Привет, меня зовут Райан Мэддок, и мы продолжаем серию обучающих роликов о выживании. Сегодня я научу вас вязать узел под названием «восьмерка». Этот узел применяется в альпинизме и является одним из важнейших узлов из всех. Делается следующим образом. Складывается веревка, берется петля, проводим сверху, под низом. И здесь вытягиваем. Теперь давайте рассмотрим этот узел более подробно. Берем веревку, складываем петлю, заводим сюда, сверху и под низ, и вытягиваем.